убивать меч и бросил туда. Ты получаешь меч, я войну, а ты, помнишь, что вчера был, а чем делаем начало древнего, который нам, как сказать, в этом пахнет. Все сразу не одно на другое. Начали здесь и внизу. Да, я не могу. И видишь, я иду туда. И сразу ширишь пространство. Понятно? Камечу за. Значит, давай сделаем. Отцей. Давай. Касай, оп. Значит, эту длинную спину делаешь. Волга. А ты в угол. Значит, теперь заканчиваем сам. За 45. А ты ему даешь киндерскальку, даешь левую руку и он забивает. Я играю защиту на этого человека, ты играешь со своим чуть-чуть в дому, хочешь получить мяч здесь, а я что-то стартую. Сразу наверх, пустой бросок. Если я пока выходю здесь, ты обыграешь один-один или бросок, уже ты ходишь и пашешь. Когда потом пробуем движение, и идеально надо все это связать. Пас, проход, скидка. Защитай позицию, мяч на правый бок, нечему стоять здесь на месте. Если ты не хочешь получить мяч, освободи это пространство для этого человека. Ты сделай движение внутри. Давай. Подожди. Делаешь движение здесь, но видишь.
пішов, это движение. Позиції не буду обозначати. Можна і это обозначити позицію здесь, позицію тут, туди, щоб ми не понимали, где ви, то это вже тільки спочатку. Давай. Покажи. І десь ти внутрі вже. І де? Чуть-чуть раніше. Обыграл. Играй. Играй. И мой защитник.